Много хп. Да, у меня почему-то есть подозрение, что Гем купил Omnic Knight, и он очень недоволен этой игрой. Потому что сколько там было центрей, дастов, прочего дерьма, это же вообще жесть. Блять, Иван увидел это. Ну ладно. Опа, в миде смотри, какой фан. А они с центрями идут. Ой, Андрей. Тебе пиздали. Да. А их вижу, у нас такая стоит. Не поверишь, ну да. Ничего себе, крипы быстрые. Похоже на радость. Ты как-то наплевывает. Я же уехал, собака. Опа. Боже. Блин, мне бы еще туда дать что-нибудь. Войт, по-моему, был не прав, это а там что-то, блядь, не дать, не взять, походу. Игорь, ну у тебя как игра? Нормально идет? Да, так все что-то. Протекает. Сколько там ты уже раз? 7, Игорь, да? Ну так ты не сильно отстал. Блять, на ассисты посмотри. Ассисты это для слабаков. Ассисты это ассисты, братан. Готовы ебошь их? Как никогда да? Не ебошь. Подними кого-нибудь, он умрет. Да, я готов. Вот так все поднимаю. Будет помощь, Кэт? Вы как? Ваня, у меня КД, не могу ничем помочь. Сейчас будет. Делаю. О, смотри. Бам! Найс, РП в Энигму. Так а чё, на 14 левель? Так туда. Оп-оп-оп. Всё, найс. Рубит. На красаве замутил. Ваня! Не, он кого-то бафнул. Страшно. Он тебя, нет? Или не себя? Андрюх, опять ты вернешь? Хватит фидить. Хорошо, извини. Выиграв ты вернешь, фидишь. Игорь, ну теперь 16 ассистов. Найс. От ассистов. Ха, лол. Приятный ты человек, Игорёк. Спасибо. Это легко так сообщаться с тобой. Ну да, это мой конёк. Лёгкое общение. Да. Легкое общение. И где они есть? Почему они всегда толпой ходят? Они боятся Рики. Да ну. Угу. Да не. Ну боятся, серьезно. Я тогда стики продаю. Видишь мидимагус, Андрюк, может ко... А, он БКБ. Так а чё, разводим на БКБ? Ты главное без этого, без Юла все сделай, и он сдохнет. Так без Юла он просто тайкер делает или уйдет пешком. Как вариант. Не, ну сейчас надо подсобраться. Сейчас, потому что серьезная игра уже пошла. Хорошо, давай. Вылет. Андрей, маны залью сейчас. Угу. Снизу, смотрите, давайте снизу убьем. Спасибо. Нам надо действовать вместе сейчас. Давайте, действуем вместе. Сейчас. Надо немного подождать. Давай. Игорь, ты не договорились, смотришь? Ты умеешь? Да. Давай, вот тут вас. Вместе идем, главное? Опа. Если что, приканусь. Почему? Правильно, кого же центря волнует, правильно? Они уже там выехали. Готовы из угла играть? Иди, Юль. Кого? Вот смотри, вот. Смотри туда. Ну-ка. Есть кто? Нет, миди ДК, вообще ДК? Я на позиции здесь. Релакс, миди. Да, смотри, да, давай, там много их, давай, фраги. Они на Рошану, по-моему, пошли. Или нет? Андрюх, иди сбегай. Отпушиваю. Я пойду сейчас. Я покажусь, типа это я сбыл, блядь.
Показывай, Андрюх. Сейчас, подожди. Крипов. Ну, тут крипов немного хочется. Давайте, вдвоем на РП. Все, Игорь, я иду показываться. Давай. Опа. О, под рипелом. Давайте с ним не разговаривать. Давай не будем. А, наверное, один раз на него. Точно летел. Не будем? Ладно, я дальше пошел смотреть. Тут это Андрюх. Вот у есть. Ладно. Я же ДМС дилер, правильно? Андрюх, еще вот тут Энигма. Угу. Дмитрий Энигма. Угу. Мы гребем сейчас. Нет. Да. Может, гемом? Мы огребаем. Нет. Да. Пока. Я греб. Пошли, пошли. Они дрошане. Угу. Угу. Так, это кто? Омник. Ага. Он в центре был. Вы огребаете. Вот такой-то игрок, да? Этот, блядь, окей, у меня есть дагер, РП, 30 секунд еще, блядь, Игорь, давай, давай, ищи, ищи, показывай, я их разъебу, вообще легко, блядь, и Войт сверху стоит. Короче, ребят, одним словом, если... Хеллрейзерс. Вот так вот. Тайминг. Меня зовут Игорь. Я уже предчувствую какую-то грубость. Я правильный малый. Но нету друзей у меня совсем. Потому что, если вдруг что, я съебусь. Меня зовут Игорь. Наш трек. Ты в последнем альбоме твоего? Бля, окно закрыло, жарко стало. Ай, пиздец. Или это потому, что ты сожрал, бля, 3 килограмма еды? Нет. Из-за этого тоже я слышал, температура повышается тела. Знаешь ли, блядь, работать надо, чтобы переварить все это дерьмо. У меня рука работает. Игорь, имеется в виду, организм надо работать. Опа, здрасте, Новый год. Здрасте. На огне, оказывается, дефуют. Игорь, хочешь прикол? Ну. Я иду за приколами. Он в топе прикол. Оу, щит! Там ДК еще и Омник на... Оу, щит! Эндрю, you are... I'm okay, guys. Alright. You sure? Yeah. Pretty much. I'm okay. Аегис, Дикей. Аегис. О, окей. Делайте ему. Yeah. Он дунет. Yeah, okay, alright. Nice. Alright. Ну, я за байтов тоже снизу. Bitch. Главное, в этом деле, грамотный байт. Bitch. Дик, бич. Андрюх, тебе Хекс сказал, что делать с этой игрой? Кто сказал? Хекс. Или вот так и не было? Нет. Ну он что-то заигнорил. Напиши ему, спроси ему, как дела там. Привет, Хекс. Почему я? Ну, Игорь, я же на стриме сейчас. У меня очень много дел. Например, у меня тоже покушать там. Митя, смотрим? Готовы? Смотрим, готовы. Бам. Ты хотел в этого одного. Я, да? Как хотел, так и сделал. Как хотел, так и сделал. Все, нет никаких претензий. Медас сейчас катит. В принципе, у нас тут есть еще все шансы. Я бы не сказал, что сильно лузаем, да. А может, глянем, Ваня, тут вижу, или ты чекал? Нет, ничего. Чекнем? Очень странно. Потом нет, Игорь. Пошли справа кого-то убьем. Т1, например. У меня маны нет. Слушай, Игорь, а ведь я не оскурицу, ты говоришь, типа, мол, ты что, юзаешь бёрст? А вот когда надо юзать, Игорь, я просто не знаю. В опасных ситуациях или когда ботла будешь. Понятно. Там же КД большой очень. Да, я согласен. Слушай, а может, я сейчас умник на это смогу убить? Если он такой
Госскептора, я такой... Готов, Вань? Игорь, короче, возможно, мне понадобится Sunstrike. Да, Игорь, мне тебе нахуй ничего не нужно будет. Вань, ну надо ломать. Да, давай, я на поддержке. Угу, ну и тут. О, нормально репел. Блять, этот форс делает нам игру. Пожалуйста. Ублюдки. Готовы? Я готов с собой пожертвовать. Игорь, Игорь, я в тебя верю. Самые быстрые пальчики Самары, блять. Спасибо. Вина... Ладно, ничего не буду говорить. Да, ты сейчас гоним. Блин, Рики надо тоже гоним сделать, чтобы он что-то делал интересное. Просто был. Тоже нормально. Высоты. Магнус, джем. Е. Мэн? Или просто Е? Е, просто Е. Я спличу. Нам или что дефать? ТКБ. А. Воу. Нужен купол. Грамотный купол. Они что-то ссали? Воу. Камин, камин. Они видят меня, походу. Волка кончаем. Найс. Ебать, твой смельчак. Ну, надо бы как-то сзади напасть, но... Напал на тавр. Красава. Красава. Так, ну сейчас там форма дракона закончится, и можно будет... Лула, она, пил, они... пилы Vision дают? Да. Такой они большой? Они уебали. Почему? Да, маленький. Не, если они уебали, то пошли им пизды давать, догонять там. Вот с нами не идет. И зря. Мне кажется, они не уебали. Откуда инфа? Careful. Все уебали. Так и Мидас некуда сбросить. Ебать, у него голос. Мне кажется, он фильмы озвучивает. А что там у него? Жесткий голос. Вообще он такой грубый очень. Я даже сейчас немного напугался, когда он начал что-то говорить. Стало немного обидно. И ты заткнулся как школьник, типа, да? Так он меня не слышит, все равно, чем не затыкаться. Ну да. Ну, в любом случае. Короче. Готовы? Да. Рошана нет. Хорошо. Игорь, готов? Да. Бля, как они ебошат. Ржак. Ну вы молодцы. Блин, где кекс? Кекс! 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 Зайди в скайп к нам, плиз. Чё-то дота вообще не идет. Да не, нормально, почему? Не, ну тебе-то, конечно, я поспал, пожрал там, блядь, всё это самое. Порыгал, почавкал, попердел, блядь. Пойду пизда. Пойду пизда. Пойду пизда. 12 секунд до меня, дефайте. Одна секунда до меня. Идите, дефайте. Все, дефим, дефим, дефим. Вы большие молодцы. Погнали, погнали, погнали. Догоняем, догоняем. Дальше, дальше, дальше. Вот он. Давай, давай, большие молодцы мы, большие молодцы! Да, еще дальше, 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 цепляй, цепляй, цепляй! Андрей! Цепляй! Цепляю! Вижен даю! Оу, щит, нау! А может быть мы уебем Рошан? Вот тут, вард, 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 вард! Пох, 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 пох! Да, 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 да!
Не понял. Ты собаку его разбил, что ли, блядь? Появился, появился! Кого? Два? И... Нет, Хаст. У нас демонят. Так это кто-то взял, наверное? Разбейте вальф. Кто-то взял, наверное, я понял тебя, пёс. Котопёс, единственный в мире малыш котопёс, 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 единственный в мире малыш. Да. Андрю, пошли искать. В этот раз вот прям это. Пошли. Давай. Котопёс. Наверное, надо побольше накасовать. Чего побольше? Наверное, Игорь, пора тебе уже этот лимонник вот жрать. Магнус. Игорь, жри лимонник, давай. Так это Магнус. Чайник, чайник поставь, поставь. Подожди, чайник, Игорь. Игорь, поставь здесь? Чайник, поставь чайник. Мысли чайник. Здорово, пацаны, как у нас дела? Я пошутил. Вам пизда. Нет. Бля, как он ебошит. Блядь, меня ебошит, слышите? Котопёс. Котопёс, единственный в мире малыш, котопёс. Игорь-пёс, Игорь-пёс. Он ты пёс. Единственный в мире малыш. Он жив. И Шанштрайк, можешь, Игорь, умеешь? Меня сзади ебашит. Ну под себя кидай, что-нибудь другое колдуй. Ты что, блядь, безрукая собака, что ли? Юлы есть. Ёб твою мать, ну это Шанштрайк, ну килл, Юл, ты ж... Ёб твою мать. Человека руки просто, блядь, склеились. Мог бы всех убить. И идет по дефолтному, да, вот этот. Сейчас такой, оп. О, кстати, джем. Заберите джем. Я забайтил его, алло. Ваня! 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 Ваня, на Ваня! Ваня, Ваня! А еще джем, лол, еще. Джем, джем. Иди, иди, смотри, опа. Он делает это, Вань! Ваня! Ваня! Я убил крепостным страйком и избавился от этой хуйни, все нормально. Нормально, Игорь. Только убегаю. Там кольцо Базилиуса выкинули почему-то, Игорь. Это мое что, кольцо, ли? Да. Базилиус, что ли? Базилиус. Вань, возьми мое кольцо Базилиуса. Он спиздил его! Блять, крыса. Так, Вань. Ваня. Ваня, пойдем ебошить. Вот шли. Эту собаку. Пойдем? Шли собака наша. Давай. Он, какая, блин, именно? Думает о себе там, он нахуй сейчас БКБ у него там. Двух тиммейтов нету, все. На базе сидеть. Вот она ошибочка. Опа. Интересный момент. Ошибочка молодежи. Оо, Акс топе, молодежь топе. Аксопёс. Цепляйся, цепляйся, цепляй. Аксопёс. Только не цепляйся, потому что там БКБ. Кусай, кусай, кусай. Да как ты ебошишь, Игорь. Как же ты ебошишь, Игорь. Спасибо! Пиписька твердой стала. Спасибо. Дай гем, Андрей. Не, мне не надо. Да мне не нужен, мне нет слота. Ну я умираю просто. Да выкинь, да, блядь, просто выкинь его, забей. Ну все, пускай лежат. Возьмем. Пошли. Ну хоть перепрятали бы, я не знаю, серьезно. Надо же в нычку куда-нибудь. Так тут никто не видел. Бля, слышите, здесь нет нычки, смотрите, бум. Мне бедасит скинуть, а то у меня спина чешет. Короче, вот здесь будет нычка. Вот. Хорошо. Вот здесь. Запомнили все? Да. Все. Найс. Врагам только на стриме не говорите, пожалуйста. Найс. Идем убивать. Одного оставь, пожалуйста, 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 пожалуйста. А, забить. Вон там есть, ищи. Хорошо. Опа, это как было? Что там, что там? Он там здесь, он один? Здесь, он здесь, он здесь! Так, а что у него не это самое? А где у нас лейт? Кто лейт? Лейт и лейт. Давайте мы найдем кого-то. Сейчас я сделаю. Давай. Давай, давай. Да, да! Ну давай уже. А он спрятался в темень. Я ушел на него. Все, нам. Все. Игорь, ты настолько плохо играешь, что мне надо хочется назвать тебя Лех, когда я к тебе обращаюсь. Вот в этой игре конкретно. Нормально я играю. О, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрим. Опа! Как я долетел. Опа! Валера, Валера!
Интересный момент. Я в Black Hole. Най. А мы как, вообще побеждаем тут или не очень? Да-да-да. Давай, блядь. Давай, блядь, сука. Смотрю, блядь. Давай, давай, давай! Блядь. Менялись ультракиллами. Да просто... Да. Да по ребухе они игра, ребят, хорошо. Электрик транс. Какие по ребухе? Нам гем нужен хоть один. Думаю, Ваня такой она покупает. Чё за Игорь, фан? У меня есть карта от того, где лежит гем. Знаешь. Игорь. М? Давай я буду рисовать на карте. Ну. А ты потом найдешь гем. Ясно. Как, короче, как обычно, все приходится брать в свои руки. Все, Игорь, поднимай, мы килл. Да. Эй, Игорь не поднимает. Он сейчас под Агаракса встанет и умрет. Нет, Факс, Андрюх, видишь? Стандартную свою замутит, и все. Андрюх. А. Он бежит в магазин. Рисуй, так, где? Так, Игорь. Спылы у тебя хорошо на интересе. Лех. Ой, Лех. Ну, видишь уже. Игорь, смотри. Смотри, Игорь. Я сейчас начну посадить. Игорь, вот. Клад, вот здесь. Игорь. Вот здесь. Там между елочек прям поищи. Повыше. И между елочек там. Опа. Хорошо. Только не говори никому, там, блядь. А, дай продать. А, не, нормально. Понял. Котопёс. Вот тут спрашивают, почему жир руинит? Потому что, блядь, Игорь руинит мне, а я руиню ему. Хотя, логики в этом мало, потому что в итоге проебываем мы оба. Но, тем не менее, так устроен матчмейкинг, дорогие друзья. Кто больше заруинит, тот и победил. Да, если как бы... Это, короче, вызов руинерства называется. У меня почти 25 левел. Ты знаешь, что делает инвокер с 25 левелом? Ну, блядь, твой инвокер как бы ничего, с книжкой открытой бегает, там, юлит. Оу, я слышу звук доната. Давайте я его прочитаю. El Diablo 5252, $7.66. Скажи Игорю, что ему в глаза... На сале с его санстрайками. Там... Ну, Игорь, я думаю, ты слышал. Я передал. Спасибо тебе большое, Эль Диабло. И да, действительно, санстрайки Игоря. Да, блядь, санстрайки. Опа. Ну, Игорь просто. Блядь, господи, слушай, мы идем в смоке. Он... Опа, вард, блядь! Я байчу, слышите? Сейчас добавить. Что такое байт вообще? Да, я знаю. Вот. Вон они! Так. Alright. А будет помощь какая-то? Очень нужна помощь. Так. Я в Black Hole! Пожалуйста. Я без байбега. Котопёс. Если берёшь. Игорь пёс. Как так вышло, что Войтых нашёл? Чё? Я пытался дать проказ, но если бы КБ нажали, как бы тут мои полномочия все. Твои полномочия все. О, слышь, у нас команда с байбеками, зачем я умирал тогда? Не знаю. ХЗ Реал. В невидимости этот самый рыцарь драконов. Он может через низ зайти. Может. Будьте бдительны. Аккуратно доставим и летит на Рошана. Там рефреш у кого-то? У Омника, походу. А, не, у Акса. Он что, ёбнулся? Блядь, что реально жесткая тема. Прикинь. Можно сразу два ульта давать. Да. Ладно, игру. Ты вот даже не хочешь этого делать, Игорь. Ты выдавливаешь из себя. Что? Ну теперь мне стало легче, намного легче. Ну хорошо, Игорь. У тебя есть еще могильнички с гемами? Рики, блять.
Мечики с гемами. Не, Игорек, пока нету. Так а зачем тебе гем-то? Больше у меня слот пустой. А, так ты купи его. Мне не хватает денег. Я просер тогда куплю, наверное. Давай. Хотя нет. Веточку. Удачу. Они, кстати, могут расшанить. Короче, ладно, ребята. А они тут, слышите? Ну пойдем, пойдем ебошиться. Короче, это что говорю? Ну. В этом замесе я не буду прыгать в Black Hole. Посмотрим, что получится. Давай. Я бегу байтить. Угу. Он напугался, значит, он тут был один. А может он байтит твой байт? Вряд ли. Андрюх, иди вперед, чекай. Женизи. Да. Не, Игорь, то, что я вот сказал, то я не буду прыгать в Black Hole, то значит, что я как бы не буду умирать до замеса еще. Ты-то один хуй ничего не делаешь. Да, что? Кинь санстрайк на Рошана. Я кидал недавно. Еще давай, раз. Еще. Вон, Рошан умирает. Прикольно. Чего, блядь? Ладно. Да, у него РП. Ладно. Я иду, я поверил ему. Хуя себе, ты верующий. Ёбаный, я в РП. Ёбаный, я в РП. О. 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 Получается, он сыграл на моем доверии. Я это... Походу, все-таки я не то чтобы... Ну, Black Hole там, не помню, да? Попал, походу, в него. Угу. Мне лучше был купу. Хорошо играешь, Игорь. Да. Так в смысле, я сказал гу-гу-гу, и мы пошли туда. Меня подцепили, Вой должен был прыгнуть и всех разъебать. Да? Так а кому еще байтить? Я предлагал Андрею, он отказался. Ну типа он реально бестолковый. Типа если он пойдет первый, подбайтит. Че, дурак, шнярики, блядь, АДД, ты какой бестолковый, блядь. Какой ДД у тебя Мидас, Башер, Дефуза и больше ничего нет. Ну нам трон не сломают, это хорошо. Сука, я че не говоришь, что ты, блядь, плохо играешь, блядь, заткнись. У меня роль. Я не говорю, что плохо играешь, говорю, что ты бестолковый герой и нет этому. Пошел ты. Они будут трон ломать. Да не, они не смогут, у них нет ни одного спыла. Пойдем драться. Пойдем. Давай. У Акса есть спылы. Глиф на трон. На трон? Что? Я сейчас встану. Ребят. Вот это вот этого оставляем здесь. Вы уверены? Пошла, пошла лютая катка. А вот и я! А тут хуйню цеплять. Бежим, бежим, бежим. Электрик пошел. Generation of Electric Times. Блять, это неловко. А подождите меня, Игорь, запрыгнешь как-нибудь? Куда? Туда, а я с тобой. А, давай. Давай. Все, погнали дальше, дальше, давай! Пошли, пошли, трон. О, Акс, в топе. Мы можем? Я иду. Поделаю. Блин, там еще и Нигма, слышь? Да. Быстрее подходите. Давай, я иду. Just go top, говорит Рубик. Ты готов? Угу. На Манчин кто-то бьет. Надо их брать на это, на наглости и непредсказуемости. Я смотри, мучу, Игорь. Давай! Игорь, давай. Да, я готов. Вот! Андрюх, пизда. Игорь, давай дальше. Игорь, нормально. Игорь, давай. Давай. Вы сможете кто-нибудь? Да, я делаю. Игорь, я разменялся. Игорь. Ладно, я пойду. Не надеюсь, любой меня поставит. А. Игорь. Бля, Игорь, только не ты! Игорь, нет!
Нормально! Хорошо, блядь! Ой. Ой, даст ты. Котопёс. Котопёс. Я даст есть. Бля, у него есть гем! Игорь! У него был гем. Хаст. Я бы тебе, блядь, тоже сейчас сломал бы нахуй. А, слышь, а может тут Драонайт был? Где? Вы, ну, Хас, который забрал, я просто не смотрел, реально. Может, это, конечно, ты такой, блядь, человек? Нет. То быть не может. Ты в курсе, что ты ману не выжег ему? Игорь! Нет! Нет! Игорь! Последняя надежда этой игры пала. Игорь, тебя разъебали как соску. Игорь. Сука! Пизда вам, блядь! Пидоры, проклятые, блядь, сука! Опа. А, нет. ГГВП. Блядь. ВПЦЗ. Минус 44. 44. Игорь набрал себе 5900, чтобы играть как мудак, чтобы играть как дерьмо. Я бегу на пару часов. Давай! Не, серьезно. А пока, дорогие друзья, трехминутная рекламная пауза. Так что там с этой реклой? Ой, блядь, реклой. Реклой. Да давай сами что узнаем, как там игра эта. Давай, чё? Давай. Чё нам кекс этот, блядь? Без кекса мы не можем. Давай, давай. Посмотрим, как там. Как она называется? Я просто напишу Z. Пиши Z. Компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Содержание игры. Не, хуйня. А это на Твиче найдем ему. Подожди. H1Z1 она называется, Андрюх. Я нашел ее. 419 рублей. Сейчас нажму на нее. Игра с ранним доступом. С ранним... С ранним. H1, N1 или как? Да. Точно? Да. H1, Z1, блядь. Да, а ты что сказал? H1, N1. Z1. H1, N1, это, по-моему, что-то другое. Так, ладно, Игорь, давай. Давай. Так, ну я смотрю. А DD to card, правильно? Блядь, я со Стима должен, я просто с сайта зашел ее загуглить. А, где тут поиск у нас? Так, Мервинг еще просит ADD, давай. H1, Z1, а кто это? Этот знакомый, знакомого там один. А он заплатил на стриме, что? Да. Ладно. Добавляй тогда. Так. А ДД тут... Слышь? А чё за... Так, значит, друга еще сейчас добавим, блядь, сюда. Я твой... Сейчас у нас будет... Найти, Игорь, долго друг друга. Я вам похуй. Купить для себя. Не долго друг друга или долго? Долго, Игорь. А мы найдем, Игорь, мы найдем. Я думаю, да. Пайпол. Алло. Привет. Здорово. Привет. Это не Мервинг, да. Хотел сказать, Мервинг голос как-то поменялся. А только что я вижу донат от Вол 6515. Дред, с наступающим днем рождения. Открой, пожалуйста. Открой, пожалуйста, ссылку. Ради смеха кинул. Я потом обязательно сделаю, а то вдруг ты меня убьешь этой ссылкой. Как-нибудь. Привет. А во что будет сейчас? Вы вот в это H1N1? Z1. Да. Да. Нет, N1. Ты не хочешь? Нет, там Z1. N1, блядь, там. Там Z1. Там, блядь, N1, нахуй. Ты название читай. Это Мервинга игра, да? Я так понимаю. Ему лучше знать или что? Так, я походу все... Ладно, я потом ссылочку открою. Да, вот сколько она весит? 4 гига. 4.2. Вообще игруха классная. 4.2. А чё там? Ну это как DayZ, только там еще есть, кстати, Battle Royale. Единственное, сервера, только официал. Ну, это такое. Так у меня 6 гигабайт. 6? Тогда. Очень странно. У меня тоже 6. Видать, может, обнова какая-то. Ну, обнова, конечно. Ну все. У меня и качается. Когда еще один DayZ просто сделали, не? Ну как, DayZ, ну, по крайней мере, ну, получше, чем DayZ. Ну, DayZ, последний он какой-то прям белый, мне не понравился. Ну, там арма вроде есть. Ну, арма тоже классная тема. Ну, типа, это новая игрушка. Тут есть машины. Я тоже качаю. И тут вроде как карта, она и такая, нет, ни на одном сервере одинаковой карты. Она вроде сама создается. Ты уже профи, что ли?
Да нет, я просто посмотрел видосы про эту игру. Ну, типа, мне она очень понравилась. Да нет, я просто особо не учусь, и у меня много времени, поэтому... У меня завтра экзамен, кого я не учусь. Тогда нахуй выйду из доты. А что будем делать, пока качаться будет? Общаться? Можно Worms. О, слышите, в натуре можно Worms. Ну что, давай локаут. А меня Ваня зовет поиграть в наш. Что, будешь, Андрюха, Worms? Да, давай. Игорь, заходи тоже. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас а что за игра-то у вас? Да у вас. Это что за хуйня? Короче, смотри. Нет, это я объясню. Короче, Иван говорит... С шайбикой? Может, с нами. Мы сможем его скинуться на эту... Сможем, игру? Сможем. Да, с шариками, там мышкой тыкать. Так, а у меня что-то... Загрузка не идет почему-то. Я после того, как зашел в Worms. А, зайди настройки Стима. Да просто в библиотеку и продолжит загрузку. Ну, может, да, может так, а может в настройки, вот, там загрузки сейчас. Убрать галочку. Лол? А че у меня? Play game view. Так а как? Manage downloads, наверное. Play, update required, move to top of the queue. Вот так, топ, хорошо, давай. Паузу, не, все, вроде пошло. Да, так, значит, сейчас баху я куплю игру эту, потому что сегодня мне добрые люди много очень задонатили. Да. Погоди, поэтому... не спеши. Ну, пока не покупай. Почему? Ну он там по делам пока отошел на несколько часов. Он только позже будет. Ну, пускай на скачках поставит, потом поиграем, если она прикольная, то какая разница. Ну ладно. Там, кстати, кулаками можно биться, это очень важно. В DayZ так нельзя. Тукарт. А там типа, ну сдох и сдох, да, правильно? Да, да, да. Все, понял. Так, и теперь Sixth Sense, да? Че? Вы червяков, что ли, уже зашли? Да. Бля, у меня скорость скачки полное дерьмо. У вас тоже? Ну сколько у тебя? У меня 80 килобайт в секунду. Попробуй сервер поменять в стиле. Возрастает. Наверное, холодная вода была бы. Сейчас стрим гляну. Ты, Андрю, захостишь? Да, сейчас. Только ты это, сделай, чтобы пистолеты водяные были бесконечные, пожалуйста. Обязательно. Worms Revolution. Все, по идее, ему должно было выехать уже все. Так, all right. Далее, что я делаю? Я меняю... Так, вы скажите мне, что сделать, чтобы зайти в игру во время скачки. Run на Worms... В смысле, чтобы закачивала игру? Ну, у меня игра закачивает, я не могу немножко зайти, пока скачка идет. Зайди в Steam настройки. Там загрузки вкладка, и в самом низу будет галочка «Разрешить загрузки во время игры». Найс. Nice. Должно помочь. Лол? А все равно нет. Нет? В смысле, а что тебе пишет? У тебя просто игра не запускается или что? Ну да. Ну, я тыкаю play on. Cannot run game. You currently have another game launching progress. А, лол? У меня дота что ли не закрылась? Да, может в диспетчере висит. Хм. Да нет. А сколько у нас... Короче, максимум плеер ставлю 4. А Мервинг будет играть? Червяков. Да хуй его знает, этого Мервинга. Ну если он будет, то у нас 4, если нет, то 3. А, все. Запустился. Все, заходите. Так а че Мервинг не будет? Будет, мне кажется. Не, ребят, у меня сейчас не зависит, у меня другой провайдер. Так. Ты изменил провайдер после я этого? Я переехал, нет, я вернулся домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Ну да. Так. У меня тут все громко. Аудио настройки. Кстати, Андрюх, потом посоветую, когда будешь заходить в эту игру, H1Z1, отключить звук именно там в OBS. А что там? Там очень громко игра начинает, и как бы такое. Понял. All right. А Товнер это кто? Так, кстати, надо присоединиться к тебе, да, наверное, уже. Ты кстанул, Андрюх? Да. А, ну сейчас заходит. Мервинг! Мервинг! Мервинг!
Мервинг. Просим. А, чё? Ты будешь в Worms? Не, я не обладаю всей программой. Бля, я вот думаю, если когда Мервинг болеет, как он говорит? Это же пиздец вообще, наверное. Мервинг по дефолту в нос говорит, когда он болеет, это значит... Бля... Как-то вот так, наверное. Не, Мерв, вообще жестче, еще медленнее, мне кажется. Ой, так у меня йогурт уже нагрелся. Охуительно. Короче, все, я стартую. Ты на батарею его поставил, что ли? Не, на столе оставил. Я с холодильника вынул, Андрюх, все нормально. Слышите, Реди, там давайте оформите все дела. Зеленую кнопочку. Ты тоже, Андрюх. Я тоже, да. Давайте только, блядь, по нормальным правилам. Давайте, блядь, по нормальным. Открытое, закрытое. Билд за литр, вся хуйня. Какую? Открытую, закрытую? Я бы открытую сыграл. Я бы тоже. А по каким правилам, Игорь, что тебе не понравилось там? Ну, блядь, как обычно в червяков играют по правилам? То, что убивать лидера, а не хейтить кого-то. Одного. Ну да, лидера. Мы что, дебилы, что ли, чтобы хейтить кого-то одного? Ну, последние разы так и делали. Ебать, у нас интересные позиции. Все нормально вообще? Да, открытая карта. Отлично. Сцепляюсь. О. Где твой друг? Так, мне так поудобнее все поставить. Ёма. Вообще, мне кажется, если честно, все черви полная хуйня, нам надо скачать какие-нибудь Армагеддон. Да, и я надеюсь, уже скоро, на самом деле, докачается H1Z1. Да не, вообще, типа, можно в черве так ебашить. Можно. Постоять? У меня, кстати, уже 57%. Хуя ты задрот. Да, я задрот. А у меня мало очень. Так, я точно? Ага, все, чужого скинул. Бля, ты ваду, что ли, ебал? Смотри. Воу. Вот так вот. Личная ненависть, знаешь, неприязнь. Это почему тебе плюс 5? Это что, ваду убил? Из-за Мервинга все. Потому что я нормально ебошу в эту катку. А еще, это Мервинг, да, сейчас? Мне плюс 5, потому что, блядь, я сейчас такой, блядь, потерял, пиздец. Нихуя, Мервинг боевой. Да, Мервинг это вообще забей. Это не игрок, это просто царь. Так, ну и как здесь поступить в такой ситуации неловкой? Как там оружие? Ребята, как оружие посмотреть? Shift, правый. Ага, все. Так. Не, ну ладно, ебать, чё я... Плохой человек, что ли? Хотя, блядь, я... Это очень плохо все. Это очень плохо звучит. А да похуй! Давай! Нормально, нормально, блядь. Позиция, позиция. Позиция. Не, ну надо убивать лидера, как бы, Игорь. Я знаю. Ебашь себя, что я тебе могу сказать? Не, слышишь, если ты лидер, то ты убиваешь того, кто под тобой, братан. Ну да, так и есть. А подо мной? Там два под тобой, смотри. Стоп, 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 стоп. Блять, the most epic fail. Где? А вот сейчас походу лидера будут пиздошить. А сейчас смотри, смотри, интересная вещь есть. Как я, я ж вроде заказывал, надеюсь ты там. Эх, водяные пистолеты еще недоступны. Жаль, жаль. Ну ладно. Крокодильчику в рот. Да. Неловко. Реально неловко. Сцепляюсь. Так. Лидера вон самого нижнего синего. Я другая мысль. Мне. Ух ты. Так она ж тебя, Андрюк. Что, блядь, да, давай, поумничай нахуй. Игрян, ты ходишь? Я знаю. Угу.
Блять. Что, брат за брата? Что, Игорь? Да мышь вылезла из ворцев. Где-то крутилась. Понял. Было бы забавно, если бы тебя сентря тоже в воду бы заебашило. Ну да. Ха-ха-ха-ха. Бля, ебать там позицию моих червей есть интересные. Друг, ты жив? Я да. Я как бы своих этих не отрицаю. Так. Опа. А ты... О! И турелька, это турельки добавился. Я понял, я понял. На момент. Слушай, ебать там Брюс Уиллис, походу. Только ты Андрюху не по правилам ебнул, если чё. Не по... Да ладно, чё, правила, не правила. Ну, потому что это уебанство, так все будут одного хейта. Да, ну, чё, уебанство, уебанство, ну чё. Чё, обосраться тебе, что ли, Игорёк, я? Не будем же мы обсираться, или будем, Игорь? Не знаю. Сейчас дреды чуть на лямзах этих. Оп, такой, оп, оп. Хью. Такой, оп, оп, оп. Хуякс, здесь уже. В позиции Юрки этот паренек. И вот что дальше делать, то не знаю. Продолжай. А, нет, конечно, конечно, смотри. Позицию сменили. То дальше разыгрываем. Разыгрываем дальше тут. Смотри, вот так вот. Не, полная хуйня. Короче, будем играть грязно. Это слишком грязно, нет. Бам! Я так хотел примерно, естественно. Чтобы двоих покоцать, да? Надеюсь? Да, да. Найс. Ну, у них там раны, травмы. Так-то да. Душевные. Так. Бля, ну это, конечно, вот на этой открытой карте просто тупо какой-то рукопашный бой. Ну да. В череп. Найс. Почему она золотая какая-то? Не знаю. Ну что Мирвинг строит ее. Может, она непробиваемая? Или пробиваемая. Интересный червь. Да ебаный рот это. Игоряк, на парашютике вниз. Да, я знаю, я так хотел. Найс. Как же он ебошит. Спасибо. И вот это, с усами вот этого уеби. Не, с усами не надо. Зачем? Так говоришь, как будто никогда не делал так. Опа. Вот этого не заметил. Неловко вышел довольно-таки. Да. Но в любом случае отсюда никуда не выберусь. В любом случае лидера хуярил, как и не заметилось. Да. О, за ящичком можно успеть. Он упал уже. В воду можно успеть. Мирвинг знал плейм Dota 2. А у Мирвинга есть след игрулю? Да хуй его знает. У Кекса она есть. А что тебе Кекс ответил? Или он ничего не ответил? Ничего не ответил. Надо ему сейчас написать, я напишу. Он офлайн в этом.
в купе? Не, в стиме. Вообще последний раз на Дарму заходил. За что? Вот так вот, усатых не любят. Да. Так, ну, наверное, сейчас что, время показывает скилл или как? Ну, вообще да. Хорошо, тогда... Тогда... Оу, yeah. Вот так вот тогда. Найс. Nice. Только она, по-моему, взорвется об эту бочку, не? Ам-ам-ам-ам-ам. Тварь тупая. Так, а у меня... Тут сейчас донат какой-то был, надо прочитать, пожалуй. El Diablo 5252 Dread Ghost Stream Dota 2 заебал. Не, Dota нам немножко подоела, да и с Игорем играть он руинит как тварь. Но спасибо большое в любом случае за подписку. Ой, за подписку, тьфу ты, за донат. Уже который раз ты сегодня подогреваешь. Спасибо большое. Так, у меня все работает. Альтабаться за этой игры вообще на самом деле камильфо. Да. Ждумал ты до конца. Почему она такая длинная оказалась? Вообще, наверное, было весело. Типа, вот уже прикольно, там с веревочки, с тарзанки разогнался, прыгнул. Я должен, блядь, для этой игры. Ой. Да, ты неплохо, Игорь. Ну вообще ты по правилам зато играешь, ты ебошишь лидера. Да. Второй ход подряд уже. Минус Мервинг. Лидера убили, самого главного. Да, ну Мервинг, понятно, делал лидер. О, Лёха. Второй крот? Или нет? Не, зачем? Тут уже... Седого хочешь ебнуть? Ух ты. Ты сам себя. Да не, не. Нормально все. Точно? Да. Чё-то не пошло. Воистину. Аминь. Блядь. Игорь, ты... Бля. Я, пожалуй, повторю за Игорем. Почему она не тыкалась? Должен был выпустить. Должен был выпустить. Ой, блядь. Не говори. Тоже хочу. Хотя не. Водяной не достанет, да, до туда? Я тут подумал, может, мне лучше пропускать ходы. Вообще, ты бы, скорее всего, выиграл. Эх, не попал. Тупо. Бам. Можешь во время выстрела еще больше ставки. Ой, блядь. Все сравняли шансы? Так, ну все, молодой юркий спецназовец начинает ебошить. Хотел?
Конечно. А как ваш этот называется? Отдел? Спецназ? По борьбе с... инвалидностью. Да. Андрюх, ты как? Ага. Шарится. Шарит. Спецназ. Все нормально. Действительно. И в позиции. И в позиции. Самое главное. Так. Ну-ка. Это ВДВшник? Блять, реальный электрик. Юзай, что-то бери веревку. Срочно! Нельзя! Нельзя! Generation of Electric Time. Эти шары. Блядь, Игорь, ты просто топовый. The best. Ой, блядь. Ой, не говори. Так. Там только оружие может, там нельзя берём. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. Тихо. Да, ну это достойная победа. Я думаю, в этой игре победил Игорь. Просто ему немного стоит. Игорь, ты на третьем месте. Да. Блядь. Так, чё, go next. Хасти. Бля, я, наверное, фуллскрин ебану. Думаешь, в этом дело? Ну, меня мощь постоянно вылазит из-за этого экрана, и, короче... Пиздец. Ну, в прямом она вылазит в Windows, и я в Wormsах не могу её контролить. Очень странно, она вроде должна... Ну как это? Ограничиваться. Она не ограничивается. Так, бля, тут нельзя во время... Эх, да. Нет воды, к сожалению, да, Игорь? Блять, охуительно. Я, походу, действительно создан для этой игры. Потому так. Что я зашел в настройки, и у меня не выходит из них. Ага. То есть, скорее всего, Reconnect, да? Ну да. Причем мы Reconnect через Alt F4, походу. Пересоздай, Андрюх, по фасту. Хорошо, Игорь. Через Alt F4. Как раз нормальная тема мутится. Так, ну ладно, хорошо. РМК? Да. Ну потому что, блядь, в окне эти лаги все. Да, я согласен. Да, это FPS еще. Понятно. Еще поел только что вот это. Прыгать по веревкам сложно, да, Игорь? Угу. Так я не знаю, что он мне захотел. Ничего непонятно. Заходите. Онлайн мультиплеер. Рандом мап он. На рандомной карте просто будем играть. Join game. Так. Game found. Прям к лобби. Давай. Давайте после этой, короче, уже в этот H1 зайдем. Андрюх, ну это не от меня зависит. А сколько у тебя кач еще? 25% там. А, я понял. Ну поиграем, значит, здесь. 4 червя. Все, я готов. Погнали. Игорь. The чемпион. Кстати, Игорек, знаешь, турниры какие-то есть по этой игре проходят там, если что, интересует. Не думаю. Можешь попробовать. А чё вот сразу так? Да нет. Вообще у тебя неплохо получается, тебе скажу. Я так знаю. Ну вот. Так. Почему я не могу ходить? Так ты ж ходишь. Так в том-то и дело. Что ты ходишь? Я хожу. Угу.
Очень странно. Начинается. Да, начинается. Но я не хожу. Походу все, я находился. Ты на болте сейчас. На болте? Да, короче, вот, иди дальше, дальше, да, правее, правее. Угу. Сейчас скажу. Стоп. Угу. Биту выбирай. А я не могу, не могу. Блять. Ну я сейчас попробую рандомно. Вот, что-то взял, что взял? Ничего не взял, еще так, пробуй. 15 секунд. На F там. F3. Нет, это ты свапать взял. Ага, чуть левее, значит. Может быть, ага. Не-не-не. 3 секунды, очень мало времени. Я нагрузку себя ощущаю немножко, ну ладно. В следующий раз получится, я верю. О, смотри, на месте остался. Забавно. О, действительно забавно. Действительно. Ну-ка, Вада может ходить? А Вада, блядь, ползает нормально. О, сейчас вижу, Вада ходит, да. Все, все, Вада сейчас. А, у меня икра в окне. Икра в окне? Икра в окне, да. Поэтому, скорее всего, зависло просто... Так нет, ты ж ходил. Ну так на самом деле нет. У нас глюки были с Андрюхой. Скорее всего, да. Мне надо будет просто фулл экран сделать, Вормс. Это тоже сделал. Ну ладно, вы туда играете, пока я просто ФК буду стоять. Чтоб игру вам не закрывать. Кстати, Андрюх убил только что самого невинного. Я не убил никого. Ну не убил. Да. Ебать мало осталось у Мазика. Вада как чё взорвёт, так пиздец. Ты просто надавил на Мазик, выдавил. 17% осталось. Да. Игорь, ну это тяжелый бросок. Достало? А, лол, здесь нельзя выкинуть, слышь? А, лол. А вы что, только поняли? Да, я только понял. Я тоже только понял. Убийцы. Ничего, ничего, сука. Ага, о, Мазик ходит. Так. Ну, мне говорите, направляйте меня. Так ты же не ходишь, типа, там, в любом случае. Короче, давай, ты ливай, мы доиграем сейчас и репост. Давай. Мне надо просто игру закрыть, она у меня... Нет, не того. Запустите снизу тачу. Я так понимаю, игра в окне, это вообще грустно. Так что, мы ливаем? Не, мы не можем... вы доигрываете. А он будет пускать ходы? Нет, меня сейчас кликнет. Так, седой, тупой, Мервинг. Все рядом, игра идет. Аптечечка. Игорь, смотри, что сейчас. Тебе понравится, Игорек, смотри. А, ебать, бабушки нету. Лол, как без бабушки-то играть? Действительно. Так, ладно. Интересный момент. Я тоже так думаю. Лол? Что такое? Не, ничего. Казалось, нет. Игорь. Mm. Ты хочешь грязно играть? Да нет. Или как всегда, может? Всегда, почти что. Тебе пизда, Игорь. Нет. Точно?
А, лол, это не водичка? Ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Дубль. Бля, опять друг ходит. А, все, друг. Они упали. Посыпались. Угу. Так, ну давай, Игорек. Че, разыгрываем теперь? Да, да, да. Наш вот этот World Championship. World Championship. Все, Nexus начинает играть. Грязно? Конечно, грязно. Опа. Какая грязь. Интересный момент. Соси член. Урон есть урон, Игорь. Да. Вот здесь надо подумать. Это миссия невыполнима, это самое? Лол! Она смотрела вниз! Какого чёрта? Блядь. С этих хреней всегда горит, конечно. Это пиздец, ты видел, она вниз смотрела? Да, я видел. Так, а хромой что здесь скучает, стоит, а? А с микрофоном. Или седого Вада хочет больше? Не, Вада, давай, нормально замутит. А? А? Болт задымился. Болт задымился, Игорь, да. Если она еще сейчас тупого достанет, то я в рот ее ебал. Как ты Ваду хочешь убить? Ваду как убить? Ну. Во-первых, я хочу взять вот эту штуку. Угу. Так. Ты седого уебать хочешь? Нет. Мерзом бы чем-нибудь сажу. На голову прям ставь. Отлично. Бутербродик? Да. Не удалось немного. А представляешь, что ты туда бы улетел бы? Так ему кончено, если с ним у него там 10 хп. А-а-а. Да. Понял. Как кончено все с ним. Так, це Мервинг, да, бахает? Ну, Мервинг что-то придумает. Давай, давай. Давай догадывай, что. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай да Мервинг, ай да... Ох, ёб твою. Там фулл прокаст получил. Угу. Блять. О. А по нему хуй попадешь, Игорь. Думаешь? Да? Маленький, юркий. Опа! Хорошо. Блять. Я тебе говорю, маленький, юркий Nexus. Он ебошит. Да. Вот, блядь, очень неплохо, Игорь. А так слабо? А вот так? А, смотри. Опа! Опа! Опа, вперед! Назад! Вот так вот могу.
Подальше. Одинарный. Хоба! Юшки, Nexus. Оп, оп. Вот так вот, Игорь. Угу. Так, а что мне делать с тобой? Ага, все, придумал. Придумал. Красавец. Слишком юркий, блядь. Но с ним было все кончено, Игорь, Nexus. Он у меня самый слабый в команде. Хорошо. Понятненько. Так, ну, Вада тоже неплохо меня в этом плане, сам понимаешь. Ебать, он чуть болт не сломал. Сейчас, секундочку, ребят, мне нужно отъебошить Игоря, и потом я... Бам! Игорь, там много, смотри. Сейчас а, не так уж и много. А, ладно, я пока не буду читать донат, ребят, сори, после вот этой катки я обязательно прочитаю. А то сейчас все в говне будет опять. Подумать. Угу. Ты думаешь, это остановит Ваду? Вот так вот. Угу. Мервинг слишком умен. А, далеко, да? Далеко. Угу. Мне кажется, он достанет для чего. Да не. Ситуации. Вот я не знаю даже. Как-то вверх там протуливать себе путь. Ага. Через 4 минуты, напомню, вода начнет подниматься. Угу. Так, ну все. И что, думаешь, Мервинг не... Ой, Вада не справится? Ну давай. Давай, сори. Как тебе? Piece of shit. Тебе нравится? Игорь. Угу. Последние слова, может быть? Пошел ты. Расстрелять. Лол, слышь? Сидуха на камбэках сейчас. Сидуха сейчас скажет последнее слово еще. Какое последнее слово? Последнее слово, которое съела корова. Лол, ну камикадзе попробуй замутить, чтобы он вниз там как-нибудь его. Заодно про дорогу себе проешь.
Я проема в твою дорогу. Тебе все равно понадобится тратить ход, чтобы его ёбнуть. Понял. Лол, давай шатайся. И это все, что ты можешь? Да нормально, нормально. Я понял, хорошо. Угу. Что здесь за херня? Какая? Там что-то было. Так, ну что, как издеваться будем? Не знаю, тебе видней. Ну что-то придумать. А, лол, конечно. Думаешь, он плохо тянет? Да. Да. Достаточно плохо. Бедный седой. Побоссал его мерами, просто я тебе так скажу. Угу. Ой, Игорь, ну тут у тебя шансов, конечно, мало уже. Тут уже понимаешь. Третий фактор как бы ушел и, собственно... Угу. Горяк мутишь. А, я понял, я понял. Ебать. Это реально было на граде. Замутить вообще супер хитрое. Сейчас Вада что-то придумает. Ладно. Ты хочешь прибить его этой штукой? Найс. Почти. Ты был близок, как никогда. Может сыграть злую шутку? Да нет. Болт еще никогда не подводил. Нихуя не это. Ну ладно, тогда по старинке. Он близок. Очень. Так, Мербинг, Бербинг, Вербинг, Вербинг. Ну что, выпускаем бобриков? Так. Блять, он может? Нет. Сука. Вот это интересный момент. Не за что, Игорь. Я, походу, реально подарил тебе шанс, Игорь.
Игорь, блядь, это... Попытка не пытка. Ну, Вада, сори, конечно, но он таких на раз-два, знаешь? Угу. Вадочка. Ящик респится. Вада, блядь, везучий просто. Почему? Пиздец какой. Почему? Ну, потому что она должна была начать палить вверх. Почему? Тогда. Так если очень быстро, четко делать, ебать, то что там? Что там? Mm-hmm. Ты что? Все. Сейчас посмотрим, что овечка думает по этому поводу. Ну-ка. Ну все, овечка, давай. Прыгай, сука, прыгай. Знаю. Просто, блядь, как же я ебошу. Как же я ебошу, Игорь. Угу. Нельзя тогда? Я думаю, не получится, да. Болт опасный, Игорь. Ну, вроде спасает. Holy shit! Man. Unbelievable. Yeah. И хули делать в такой ситуации? Не знаю. Но я знаю, что я буду делать в этой ситуации. Так что ты мутишь? Тебе же наверх надо, не? Ну да. А как я иначе поднимусь, если мне надо в дырку? А, водичка, ну я никак это... не попаду. Ну ладно. Короче, слышишь, я сейчас просто буду мэд скилл сделать. Просто под... одного червя там 10 хп? Ща. Бля, Игорёк, сейчас пиздец, что будет. Ну, Игорёк. Ну. Блять. Такого отважного парня еще не было. Ём пизда. Это было предсказуемо. Так а ты видел, он там этот... подпрыгнул об водичку? Прыгнул в водичку. Да. Так. Блять. Ладно. Угу. Надеюсь, я сейчас не утону. Кто знает, Игорь. Блять, а ему как тебя засейвить? Так что меня сейвить, я тут вообще к успеху иду. Не, ну так-то да, но сейчас же водичка тоже опустится, по идее. После того хода? Ну да. Бля, это будет плохо. Игорь, как-то мог тебе поставить что-нибудь? В смысле? Чтобы ты жил там, ступеньку какую-то. Чтобы водичка не поднималась? Так она же, если поднимется сейчас, то мне похороны. Да. Это, блядь. Ты говоришь, чтобы водичку засосать. Что, блядь? Но это не та, которая снизу, Игорь, вот эта, которая убила тебя, а другая немного там. Фу, ну это была хорошая игра, конечно, но, блядь. Угу. Я, конечно, заебошу. Шо, посмотри, Игорь, может, сколько там у тебя? Я 85%. 85%? Да. Может, уже подождем?
Можно подождать? Да, я, пожалуй, ливну из червей. А пока, ребят, трехминутная рекламная пауза. Дожидаемся Игоря. Сейчас я еще прочитаю комментарий. Там, кстати, Кекс не подошел. Доната. Во-первых, Nexus Huexus прислал $1.5. Дрюс на европейских серверах H1 за 1. Очень примерно... Очередь примерно 1-2 часа. А на американских пинг секунд в 5. Ладно, я думаю, что-то придумал. Но спасибо, что предъявил. И Чофир прислал $3. Андрей, поиграй в Chivalry MV. Веселая, ненапряженная шпилева. Хорошо, я обязательно учту это. Так, ладно. Тем временем у меня скачалась эта хрень. Пока идет реклама, я попробую все настроить. Настройки происходят только в этой, в самой игре уже, когда на сервис дойдешь. И когда будешь запускать, звук убери в OBS. Звук, да, все, звук убираю. Так,
Так, все, есть звук, есть все. Settings. Мышка, где мышка? Input. Mouse sensitivity. Ноль. Нет. Ух ты, ё-моё, чел с топором бежать. Так, тут еще как-то разговаривать можно. Как тут разговаривать, блин? Это цель, что ли, стоит? М? А цель а сколько стоит здесь? Вычислительность поставили? Угу. У меня, сейчас тебе скажу. По-моему, двадцатка. Ой, тьфу ты, у меня 0.18. Ну и ускорение там еще. 23, да? Нет, первое, а остальные 65 у меня стоят. Так, ну, и что у меня есть? Есть фонарик. И руки. И руки. И что я могу делать с этим? Надо идти что-то типа столкать? Да. Нет. Кевин тикет. Ты, кстати, увидишь желтые кусты, это ягоды, их собирай обязательно. Я понял. А как это делать? Так, карты, соответственно, вы говорите... На Е? Да. Карты как-то... нету, надо искаться, да? Нет, Лайк-пери. Тут так. Найдешь какой-то большой город, там будет карта более-менее, она там приближенная, то есть рядом с этим городом какие объекты есть. О, и будет тип. Показано где-то. А бегать тут можно? Да, Shift и просто бегаешь. Он с луком, ни хрена себе. Ты что, охренел? Справа у тебя есть менюшка там, твоей жизни и так далее. Ты можешь ее переместить, если надо. Справа? Почему у меня на экране ничего нет? А, букву F нажми. Если надо переместить, там лево. Сейчас я просто разматываю, типа. На кулаках? Ну. Это вообще жесткая тема. Я собрал много ягод, я молодец. Ты хорош. Короче, все, он сиканул. Надо было его валить. Бля, как тут город найти? Нету вообще карты, да? На бум надо идти. Да. Или тут по дорогам, так наверное. Даже он сдохнет, я его столько раз уже пизданул. Да, очень мало дамажит, там где-то по 7% дамажит здоровье. Я уже раз 10 его ударил точно. Но надо больше бить. Он потом упадет, ты его будешь добивать. Он будет просить о пощаде. Я ему въебал, да и вообще, тут как только не... Так как тут говорить? Хуйня. А зомбаков надо пиздить? Нежелательно. Но зомбаки потом нужно будет их убивать. Тут труп какой-то. Из них делаются бинты. Труп? Ну и там зомбаков. О, нормально, нормально. Че, добивать его, да? Да-да-да, бей его. Он очень интересно добивается. Точно? Да. В голову бей. И чё есть? А, чё я мог взять с него? Search loot. Так, я видел зомбака. А, он мигает почему-то у меня. Бля, чё вообще за мода пошла выпускать игры в альфа-версии? Так, и чё? Ну я взял, короче, этот самый стрелы, но не могу взять лук. Почему? Потому что US сервер подлагивает. Потыкай. Понял. Так, ещё будете бегать в бля, лесу? Бля, тут зомбачки, ребята. Осторожней, там с зелеными кустами. Я один раз наткнулся, мне просто 100 хп сняло. Кто? Кусты? Кусты. Я бежал и понимал, что я умер. Ко мне подбежал зомбарь, я просто мне въебал, дал, и вроде нормально все. Да? А как ты в рукопашную? А, понял. Так, как тут разговаривать? Нумпад АДД, это где вообще? Бегать бесконечно тут можно, типа? Ну как? Говорят, какие-то фризы, да? Просто через V бесконечно. Через Shift у тебя справа, видишь, стамине. Ну, ты понял. Стамин. Ебать, у меня лось лагает. И желательно не прыгать, ребят. Чё? Ну, потому что очень много, да, забирает там 3 за прыжок. А лося, я разъебал лося. Блин, я хорош. Короче... Он покатился. Так, что-то мне... С него можно чем-нибудь достать? Да, нет, мясо. У меня никакой стамины почему-то. Надо, может, как-то вот так вот, например, а как это делать? На Е ну, просто добей его. Не, слышишь, а у меня нет стамины. Ничего нет, я букву F нажми, Андрюх. Понял, сейчас. Бля, почему? А как инвентарь? На И? Ага, на И. Да. Бля, почему-то у меня труповые сейчас. Что за ёбань? Вполне возможно. Все, все, так, хорошо. Инвентарь на тап, значит, есть у меня... Ага, есть лук. Нихуя задрот. Если надо переставить эту, ну, неудобно тебе справа снизу, можешь на букву М нажать. Так, у меня, короче, в руках лук, а чувак стреляет почему-то... А, на правую, ага, целимся. Как разговаривать? Хорошо. Как же я ебошу. А зомбаря можно уебать с лука? Да, зомбаки в голову один выстрел. И что-то я с них получу? Ну, ты их убиваешь, да, получаешь бинты. Два бинта, это один бинт целый. И им можно перевязываться. Это лучшая, ну, одна из лучших хилок в этой игре. Понял. Но не со всех зомбаков падают бинты. О, все, я уебал его. А ты долго вообще первый раз в город? А стрелы, они остаются? Ладно, это хрен с ним, да? Да. А, я их могу взять. Нет, ты их забирать можешь, как вырастить. Так, что, Некс? Ты долго город искал первый раз? Я... нет. Ну, типа, я вообще появился в городе прям.
каком-то лесу бегаю. Так, и чё, и где лут зомбаря этого? Ты его просто бьешь? Зомбака, имеется в виду. Кулаками? Да. И получается его лут? Ну, в конце, да, когда он умрет. Ну, и, может быть, получишь, то есть там шанс. Вол, я ничего не получил с него, лут за лут, это какая, блядь. Так, а как третье лицо подключить? Никак. А пиписьки? Как насчет пиписек в этой игре? К сожалению, нету. Понял. Ну, не очень, недоработанная игра. Ты мою, наверное, можешь увидеть, нет? Альфа, наверное, потому что. У меня начинает дергать. Почему? У меня хп уменьшается. Зеленые так, кусты? Блять, а с чем связаны фризы в этой игре, я не понимаю. Я просто бежал. Какие опять хп, да, у тебя забирается? Да. У меня так же было, я в лесу просто бежал и умер. Блять, я тоже, походу, еще умру. Ты умрешь, да. Ёбаный рот, меня куст укусил, походу. Я тебе говорю, там кусты просто демоны. Короче, а у меня есть три клосса. Это, что я могу сделать вообще с этим? Трипло? Три клосса. Три клосса, это что? Кстати, да, Андрюх... зомби побежал, слышите? Инвентарь более удобно можно сделать. Ну, ты сейчас разберешь, там за боком объясню. А где я заново резчусь? В рандомном другом месте или рядом где-то? Нет, о, ты слышишь, я тут тачку вижу. В рандом... Тачка? Если она разбитая какая-то, то нет. Там есть три вида тачек, на которых можно ездить. Полицейская, зеленый такой, не минивэн этот. Я видел какую-то хуйню. Джипик и... Вот табличка. И УАЗик, что-то в этом роде. Желтая. Нет, ее просто лутать можно. Обыскал, ничего нету. Ягодки, вкусненько. Опа, тут какая-то карта, походу. Кстати, можно сок делать в этой игре. Сок? Да, воду берешь чистую, ягоды, и сок делаешь. Понял. Ладно, пошли дальше. Так. Ну, я так понял, мы просто кайфуем, но мы не собираемся находиться, правильно? Мы, по-моему, не найдемся здесь никогда. Так. Да ну, почему? Ну, чтобы здесь найти, желательно нужна машина, потому что карты очень огромные, и везде на всех серверах они, по-моему, рандомные, как я понял. То есть они создаются рандомно. Но машины есть. Машины есть. И причем... Блядь, я смотрю стрим, реально фризит. Почему? Может, настройки по ним поставить? FPS... Ну, типа вообще FPS дропов нет никаких. Сейчас попробую. Может, правда, битрейта не хватает для настроек. Тут, кстати, дома можно свои строить. И туалеты. Так, это открытая машина. Седан какой-то. Урект, это, я так понял, разъебанный, да? Так тут же должно, ну, да. Можно быть, типа... О, какая-то вышка. Нет, тут рядом стреляют. Я не парюсь. Плазма, прикольно. Стало лучше, вроде пишет. Что ты делал? А, не, сейчас посмотрим. Я пока еще не добьюсь. Вообще, Андрюх, я мог тебе посоветовать, типа, ОБС поставить. Там в настройках высокий приоритет. Сейчас попробуем. По-моему, это так себе влияет на все. Короче, тут, кстати, еще говорить можно. А ты, кстати, как виду? Говорить, Андрюх? Подожди. Ага. Тут тип какой-то, блядь. Типуля? Или просто тут тип? Много мирных. Говорить на Dell. Мирных? Что значит мирных? Ну, типа они дружелюбные все. Ебать, тут леса, я в ахуе. Понял, так надо приоритет поставить, да? А поскольку тут человек на серваке? Блять, а. Это очень сложный вопрос. Угу. Какая-то вышка. Какой-то домик, а зомбаков тут много? Не особо, я не тупые. Понял. То есть от них убежать легко. Главное, собирайте ягоды, это очень полезная вещь. Так, а и мы тут собирать просто на действие, да? Да. Опа. Чё-то у нас... Ну, часа через три встретимся. Ну. В принципе, никуда не трогнуть. Как в Расте, в общем. Короче, тут очень много тачек, но я не знаю, как посмотреть, какая из них нормальная, какая нет. Смотри, такой зеленый, я не знаю, как назвать. Это джипик такой, без задней этой фигни. Это ездит. Полицейская ездит, и такой типа УАЗика ездит. То есть три вида транспорта, по-моему, ездит все. На станции какого-то радио. Ну и хрен найдешь, так еще подумал, да? Ну, да, скорее всего. Так, скрап метал и все соберу лучше. Что за тюрьма? Какая-то сова. Он пишет, карта одна. Да? Media.com map. Скинули в чат. На-нах. На-нах, я ворону ебал. Это хорошо. Кинули карту? Ворону?
Да. Я пойду по суе, надо будет глянуть. Кинь ссылку, Андрей, в скайп. Я скину тебе. Что-то я нихера пока не могу найти, только бил типа и забрал у него лук. Надо бы проверить, как в Расте нельзя. Человек, который бежит, у него просто лук отобрать на бегу. Я думаю, можно. В Расте сейчас все можно. Нет, здесь. Так же, как в Расте. О, короче, тут еще какой-то это, слышишь, дом на колесах. Я, походу, знаю, где я буду жить. А ты туда не запрыгнешь. Блять, обыскать могу его хотя бы? Лол, в мусорках самый нормальный лут, походу. Я, походу, да, обыскать там рядом, по-моему, впереди стоящий автомобиль можно. Бинокуляр, нифига себе. Слышь, нет ничего в мусорке. Так, ребят, ну... Да, подлагивать, конечно, хорошо, драться будет тяжело тут. А ты сделай настройки пониже, чуть-чуть. Не, именно дилей пинг. А. Да я не особо замечаю. Так, ребят, ну напишите, как сейчас получше стало. Мультивитаминки есть у меня, ребят. Ничего себе. Ты очень неплох. А я тут по мусоркам шарюсь, бинокль нашел. Ну-ка, холодильник. Ничего нету. Компьютерный стол. Отлично. Что это? Еще один бинокль. Блин, мне бы какой-нибудь топор, чтобы зомби это самое. Топоры в основном где-то в пожарках что-нибудь в этом роде находятся. Понял. А тут лут, я так понял, это редкость, да? Ну как, он не редкий, его не так много, но и не мало, кстати. Ага. Не так много, но и не мало. Интересно, тут еще. Тут ножичек есть, кстати. Забавно бьют. Какой-то тип доебывается. Ты чё, сука? Ты чё, сука? У него какая-то хрень с собой есть, по-моему. Но я не вижу его. Надо съебываться, короче. Я еды и воды достал. А оружие есть здесь? Ну, топоры, луки. Да, есть оружие. Пистолеты там всякие, винтовки. За мной какой-то хер бежит. Мне кажется, с лука я его никогда не убью. С лука, по-моему, неплохо убивает. Ну давай, собака, ты где? О, я ломик нашел, прикольно. Так, стрелы надо подбирать, а то что же это за... Ага, охуительный фонарик. Все видно вообще. Так, немножко уебал он мне, да? Я себе оружие нашел. Блин, он на кулачную меня хуярит. Собака. Так как ты попал по мне, демон? Не, я что-то не хочу с таким пингом драться. Пошел-ка я просто отсюда. Я понял, что-то тип меня не мог убить, когда я был с луком. Не, зомбаками лучше тоже, кстати, не драться, пока нету дальнего оружия. Тан-тан-тан-таран-тан-тан. Короче, я побежал по дорожке, потому что этот хер, да, бежит за мной. Кстати, если прячешься в дом и закрываешь дверь, зомбаки не могут тебя зайти. Лучше по мусоркам шариться. Голову на... Да, я уже понял. Вот так вот берем, поворачиваем. Только он тут никак в армии, тут нельзя назад посмотреть. А ХП восстановить только бинтами, ты говоришь, можно этими? Ну, бинтами, если у тебя как бы нет кровотечения или просто оно остановлено, то можешь есть ягоды, что-нибудь в этом роде, оно будет восстанавливаться медленно, наверное. Угу. Заправка.
Бля, ну тип, походу, не очень хочет мне ссать. А прыгать тут точно можно? Можно, пробил. Отлично. О, я сейчас, походу, даже узнаю, где я. Вам бы найти хотя бы эти, примерно, где вы. Кранберри. Так, ну я вроде этого хуйсиса так гнался. Ой, я знаю, где я, кстати. Музычка такая прям здесь. Ух. Бля, слышите? Походу, стемнело. Да. Да, есть такая тема. Я не хочу ночью в лесу быть один. Хп мало, все хуйня. Так. О, волк. О, мапа. Нашел нож. Комбат найф. Как он бьет с него. Надо хпшечки только установить как-то. А я так понял, ягодок здесь много, да? Угу, очень много. Ну и что, я нажимаю Е, он не собирает их. Ну, это пинг. Хуй знает где, блин. Понимать. Короче, хуй знает где, так что, походу, я сейчас побегу на бум. Ой, блядь. Ты лучше найди какой-то город, и тогда вообще будет шикарно. Ну, легко сказать, найди. Тут вокруг меня один лес. Так, ну и чего? На тап что-то не открывается у меня ни хрена. Опа. Инвентарь открывается на тап. Так. Ну, на И нажми. Y. Вот, фото Y. Ша русская. Е, Y, ша. Может тут проще подфидить, пока город не найдешь. Респом. Ну вообще-то да, можешь и так. Тип за мной бежит. Не, я что-то вообще, короче, не это самое. Как это называется? Не могу инвентарь открыть. Да ладно. Хз, да. Не знаю, у меня нормально все открывается. Как трава-то выглядит, которой надо обдолбаться? Желтая такая. Желтый. Ягодки. А, подожди, которую можно удариться или что? Да. Я не понял, я просто пробежал мимо чего-то, она вроде зеленая была. Такие как... Не знаю даже, как объяснить. Да, за мной тут какой-то хуй бежит, у меня есть нож, у меня есть топор. Че, ребят, ебошится? Ну, вообще да, конечно. Думаю, у стоит. У меня 30 хп. Мне кажется... Он твой. Пинг на твоей стороне, Андрюх. Ну давай, собака. Тут волк где-то воет, он меня не загрызет. Волк может. У меня почему-то персонаж просто, блядь, начал бежать. Походу. Сама игра говорит, что у тебя нет шансов. Хотя пробуй, Андрюх. Я не сдавайся. У нас, блядь, драка инвалидов, нахуй. О, слышишь, резанул его пару раз. А, это он меня резанул. Ты короче видел, поэтому подумал, что ты его резанул. Не, походу он меня резанул. А я его тоже резанул пару раз. Да, но у него, походу, там... Ну, хотя, блядь, судя по этой драке, у него тоже там с пингом интересно было. Так, Metal Bark, Fire, Wood Plank, Wood Stick. Но я почему-то не могу открыть инвентарь. Может, мне перезайти надо? Не знаю, почему ты открыть не можешь. Попробуй. Подожди, кстати, по-моему, такая тема была. Надо, да, перезайти. По-моему, видел одного чела видос. Logout. Где у него не открывался инвентарь. Я прыгнул, логаут отменился. Блять. Видели бы вы, чем это занимается, какой наркоманией. Я пытаюсь сигануть с горы. Но это не выходит, поэтому... Я маленькими прыжками... Я прыгаю с горы, короче, мне каждый раз снимается хп по 7. Я так спускаюсь, так поднимаюсь, спускаюсь, поднимаюсь. Слушайте, может какой-то европейский найдем? Так они все забиты же. Мне кажется, не найдем, Андрюх. Есть хай, типа... Там хай и очередь по часу. Причем, знаешь, это предположительно час. У меня уже стамина кончается, блядь. Сколько можно бегать, прыгать с горы с этой? А ты просто... А, да, прыгать там. Да. Чего же не так мало сделали серверов европейских? 4 хп осталось. Так, ладно, как там сервер назывался? Дон. Дон. Походу, я сейчас кончусь, да. Там сделать по именам сервера. Нихуя, у меня труп полетел. Тогда, слышишь, меня тоже убили, там он нормально ебался. Сосну? Опа. Так, во-первых, я зайду в настройки еще раз. Так,
И я опять не могу открыть инвентарь. А ты на сервере или в игру прям перезашел? А на сервер, надо в игру? Ну, я думаю, да, в игру надо. Я понял. Так, ладно, пока прочитаем. Я в городе, походу. В каком? Это очень важно. Сейчас посмотрим. Я подбегаю. Тут домики какие-то. Так, слышу звук доната. Соло, донатер, $5. Жирный, прости, что проебал тебе StarLadder. И добавь меня в Skype, тварь.